Для кладки кирпичного столба используем вот такие вот пруты, квадратные калибровки. Столб 2 кирпича, используем калибровки длиной 54 сантиметра. Для столбов 1,5 кирпича калибровки длиной 42 сантиметра. Вот так вот они ставятся. И когда выкладываешь ряд, просто достается калибровка и переставляется вот на следующий ряд. Передняя толщина стенки кирпича 2 сантиметра, толщина калибровки 8 миллиметров. Поэтому кладется вот раствор, и отверстия в кирпиче не видны, так как здесь остается больше сантиметра.